общем, рассказываю историю. Короче, звонит мне женщина, говорит, что она пришла домой. Ну, открыла стиралку, как обычно, чтобы положить вещи в стиралке. И оттуда полилась вода. То есть полбака воды было. Машинка самостоятельно сама по себе набрала воду. Ну, там, за день, наверное, или за ночь, в день. В чем проблема, короче, в чем причина? Причина вот в этом, вот таком вот клапане, который со временем может пропускать воду. Они есть разборные, а есть неразборные. То есть как вот этот вот, допустим. Я не смотрю какой там, я сразу взял модели, потому что я их особо не ремонтирую. Взял модель и заказал клапан. Приехал уже сюда. Здравствуйте. Не подходит, ладно.
Так, а куда вы включаете ее? А куда вы забираете? Ну сюда, в тройник вот этот? Так, а где тут быстрая стирка? А? Пустится. Все, оба клапана работают. Да. А просто отжим есть тут? Слив, или слив там? Значит, да. Отжим можно. Щебочатый карака, видно, на сопля. Наверное, правильно достал, уже... Ну, удобно, чем? Можно сразу посудить намыть. Очень удобно, очень. Это ж такие угольницы набрала с вчера Иванну. Ну, надо сифон чистить, наверное, вот это. А? Сифон чистить. Не надо, так постоянно само себе как-то понимает, защищается. Вот тут не чистили ни разу, не откручивали? Нет. Так. Будет откручивать? Давайте ведро какое-то. А, сейчас. Зеленое это там? Да, я прям поделю. Ну вот, смотрите, сколько тут, конечно, куда ей уходить, бедняжки. Сейчас. Тут же все лезет с этого, со стиралки всякие, куски ткани. То можно просто, если что, откручивать. Ну, значит, типа и есть как бы отстойник такой, чтобы оно туда. Бачите все прелести нашей квартиры. Попробуем опять воду набрать. А? Опять воду наберу, посмотрим, как оно.
Здрасте. Конечно, ты дружок, пирожок. Баллончик. Хозяйка. Понимаете? Вот там мусорочек. Угу. И тут посылка. Угу. Короче, как будет добиваться, когда так просто тут. Вот эту гайку открутите, вот эту вот. И промываете. Мусор здесь выступаете. Тут шланги, может быть шланг такой вот. Да, вот я вытянул. И здесь в этом в чашке вот этой. Полностью снять ее, промыть там в ведре или где-то выменить. Там будет оно видно, сколько там его. Ну, всегда ты начинаешь понимать, поэтому она не имеет. Ну, все. Я кривался, там, блин, я кривался.